вами снова я, Челси, и сегодня снимаю четвертую серию сериала про ютуберов. О, привет, девочки! А я могу устроиться на работу поваром? Джинбак, что ты здесь делаешь? Ну, я хочу подработать, устроиться на работу поваром. Ну, понятно. А у вас есть тут свободные места? Да, пожалуйста, устраивайся. Я тоже хочу устроиться на работу поваром. А кем бы ты хотела быть и что бы ты хотела делать? Я умею варить суп, жарить картошку, делать котлеты. Хорошо. Что у нас сегодня на обед? Что сегодня у нас на ужин? Сегодня чипсы. Ну хорошо, я сейчас принесу. Это вкусно. Ну вот они поели и пошли в номер гулять туда. Девочки, я могу пойти к вам в бокс? Просто совершенно, ну, негде жить. Не могу жить в столовой. Ну да, конечно, иди. Девочки, куда я могу устроиться в ваш большой номер? Ой, мы живем с комендантом. Мама моя, а кто же этот комендант-то? Да вон та, Тома. А, Тома-то? Ну, понятно, но я с ней еще совсем не познакомилась. Ладно, заходи к нам, познакомишься, но тебе придется спать с ней на кровати. Или со мной, но этого не перетерплю. Ну пойдемте, что ли, погуляем? Девочки, я с вашего позволения останусь в номере? Да-да, конечно. О, девочки, здесь появилось столько новых вещей. Как это называется? Откуда здесь эти вещи? Раз, два, три. Опять это комендант. Ой, хорошо, у нас еще консьержка не появилась. Хорошо, хоть это повар. Ну да, конечно. Привет, девочки! О, привет. Ой, ну что, куда пойдем? Понятия не имею, Даша. Но у нашей столовой появилось украшение к Новому году. Это вроде как овечка. Ну да, ай да, овечка. Эй, Джинбак, ты что это тут разлеглась? Мне девочки разрешили быть с ними в боксе. Смотри. Ты не должна быть с ними в боксе. Но они мне разрешили. Мне совершенно нужно заработать деньги. Ты у меня спросила, где можно заработать? Ну, я... Вам не нужен новый повар? Нет, не нужен. Ты не должна больше появляться в этом боксе. Ну, хорошо, как скажешь. В смысле, как скажете.